Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, канал Ни Слова об играх, и мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 A-Spec для второй PlayStation. В прошлой серии мы с вами... Прошу прощения. Прошли, значит, чемпионат FR Challenge, то есть заднеприводных машин чемпионат. Вот, собственно, на этой красотке... зелененькой. Борьба была плотная, но мы смогли. Вот. И в этой серии, я думаю, мы с вами пойдем в Богомерзкий раллийный чемпионат, потому что с деньгами у нас жуткие проблемы, совсем намилимы. Вот, поэтому надо немножечко поднять наш финансовый статус. А для этого надо, как это ни прискорбно, но все-таки проехать раллийный чемпионат. Ну и в прошлом раллийном чемпионате, который состоялся несколько серий назад, мы с вами завоевали вот эту вот пижошку 206-ю. Давайте ее и обкатаем сегодня. Вот. В принципе, мы в раллийных чемпионатах... Так, а давайте-ка, я думаю, на раллийных машинах тоже это должно прокатить, да? Халявные, так сказать, ну сколько там, 10%, наверное, где-то, да, добавляют, может, 8 мощности. Так, по прикидкам. Вот, и в раллийных чемпионатах, значит, мы с вами... В принципе, перевалили таки за середину, и их у нас 8, и сегодня мы с вами начнем 5. Ну и надеюсь, пройдем его. Вот, значит, тут у нас, я так понимаю, начались гонки в обратку, все те же самые, что мы прошли уже в том же порядке, только они будут в обратку все. Ну и Уныние и скука. Еще раз уныние. Ничего они не могли, блин, лучше придумать, чем взять, понапихать тех же самых трасс, только в обратном направлении. Собственно, это Tahiti Maze, который у нас был давным-давно, который мы, ну, прямо прошли. Страшно сказать, это было... 2 года назад практически. Или уже ровно 2 года назад. В общем, я точно не помню, но знаю, что где-то... А, осенью, по-моему, мы 16-го года начали. Хотя могу ошибаться. Да, добавили нам 15 лошадей. Вот, соответственно, это где-то примерно 5%, да? Но за бесценок, за 250 рублей, это нормально. Так, ну что же, Tahiti Maze, в соперниках у нас Ford Escort. Поэтому надо приложить все усилия, дабы пройти эту трассу как можно скорее и забыть про нее. Я надеюсь, что... Вот здесь я, если честно, я бы здесь, если б можно было, я тут просто... Да. Начало в нашем стиле, как обычно. Надо сначала полностью закосячиться, блин. В общем, что я там начал говорить? Здесь я бы вот прям просто брал бы лучшую машину, которая есть. Эскуда там... Прокачивал ее в потолок и гнал бы, что есть мочи, лишь бы быстрее уехать от этих песков, барханов и богомерзкой физики. Вот, и никогда ее больше не вспоминать. Но, увы, здесь они подстраховались от этого дела всего, глядя на свою вторую часть. И здесь нельзя на любой машине, здесь... Так, почему? Чё я несу? Чё я, блин, несу вам?
Я сейчас только сам понял, что несу я полную чушь. Чего они не подстраховались? Это опять мои выдумки, что я вот хочу просто побольше машин испробовать, показать, и мы проходим, стараемся, по крайней мере, на разных машинах раллийные чемпионаты проходить. Можно, можно. Были бы деньги. Эскуда у нас здесь есть, как мы знаем. В принципе, его можно взять. Что-то да, я куда-то, в общем, сам в своих мыслях ушел, непонятно куда. Сам себе что-то надумал, что тут якобы нельзя брать любую машину. С чего я это взял? Не знаю. Ой, попытаться найти что-то, хоть что-то позитивное в этом чемпионате, вообще в этом режиме. Чемпионатом это, естественно, назвать очень сложно. Что можно позитивного? Ну вот для меня лично здесь позитивно это... У меня какой-то фетиш, наверное, на этот счет, но мне... Ой-ой-ой-ой-ой, кошмарики. Мне здесь нравится пыль. Вот пыль, да, тут сделано классно. Я еще во времена первой PlayStation, еще тогда в детстве-юношестве, мне очень нравилась пыль, которая летит в Колин Макрей Ралли. Ну как нравилась, сама идея пыли прикольна. Но реализована она там была, конечно, ну, что там говорить, хреновенько была реализована. И я почему-то вот такие фишки ждал, вот как, например, когда же графика настолько вырастет, что позволит реалистичную пыль делать. Ну вот здесь она, конечно, крутая, более такая на пыль похожа, клубистая и достаточно долго за машиной тянется. Что, как мы видели, если ехать вторыми, то тут прям вообще ничего не видно. Но это прикольно, на самом деле. Мне вот это нравится. Пыль вот этот. А, вот это гравий там. И все. Ну, это, наверное, одно из плюсов. Один из немногих. Так. Так, так, так. Второй... Во второй гонке у нас она уже станет мощнее. Давайте прокачаем ее чутка. Сейчас мы ей, наверное, все-таки первую стадию купим турбины. Да, тут есть еще вторая. Ну-ка, сколько она у нас максимально? Может быть, 465 лошадей. Вот это наш потолок на Пежохе, на котором мы можем рассчитывать. А первая стадия 371. Ну хорошо. Не будем мы вторую ставить стадию. Так. Ну и вроде бы все. Облегчать ее нельзя, да? Да. Ладно. Первую трассу мы достаточно быстро прошли. Не сглазить будет прям четко. Так, вторая. А, и, кстати, кругов-то здесь, да, меньше. Обычно у нас 3 круга в первом заезде. Почему-то сделали 2. Не знаю, может из-за того, что якобы трасса длиннее, но нет. Ага, здесь 3, вот только во второй. Ой, отлично, значит не будет у нас, наверное, 7 кругов. Прекрасно просто. Просто прекрасно. Хорошо, стартанули. Но на второй она получше. Все-таки. Так, тихо. Тихо, спортик. Вообще у меня во многих каких-то таких мелочах. То есть я, когда там, допустим, на первой Соньке играл. Ну, что там говорить. На первой Соньке 3D было такое корявенькое, да? Вот, и многие вещи приходилось
ну, я не знаю, или дофантазировать, как-то достраивать. Поэтому я на каких-то мелочах часто сосредотачивался и мелких фишек там каких-то ждал. Некоторых до сих пор жду. Почему-то мне всегда хотелось реалистичного ветра в играх. Ну, не знаю, вот чтобы ветер дул и, допустим, там волосы колыхались у героев. Или там под ветер деревья колыхались. То есть эти фишки, в принципе, уже реализованы кое-где, но зачастую они все равно как бы не по физике, а скорее такие заскриптованные, сценарные, так сказать, вещи. Вот, но кое-где уже есть. Но все равно еще не идеально. Вот. Дождевые какие-то эффекты реалистичные. Вот вода. Наконец-то научились воду делать классную. И, ну, прям с водой, конечно, у многих разработчиков очень все круто. Я помню, как на вот этом поколении, ну, не на вот этом PS2, а на вот этом PS4, которая сейчас актуальная, как все, я думаю, вы тоже помните, при первых роликов игр на новом поколении все почему-то прям ударились именно воду показывать, особенно в гонках. То есть я помню ролики Forza Motorsport, я помню ролики Project Cars 2. Все прям вот вода, как она стекает по корпусам машин. Ну прямо, я не знаю, автомобильная эротика была просто с этими каплями дождя, реалистично стекающими по обводам машины. В общем, с водой, конечно, полный порядок у нас сейчас. Там, помню, когда играл в Metal Gear Solid, тот же, мне хотелось, чтобы, ну, вот эта лента Снейка, она развивалась на ветру реалистично тоже. То есть какие-то, не знаю, такие вот незначительные нюансики, я на них как-то всегда обращал внимание. В том же Gran Turismo мне в первой части тоже, когда играл, там видно, что на всех машинах, ну, если приглядеться, то выхлопная труба, она просто, ну как, на плоской заднице машины нарисована просто. То есть она не трехмерный объект. Ну, почти на всех, может, на каких-то отдельных там машинах и было трехмерным, но нет. И мне вот хотелось, чтобы выхлопная труба была прям такая 3D-шная, настоящая. Помню, это именно вот насчет выхлопной трубы там. Потом мне хотелось, чтобы на машинах, думаю, когда же настанет время, когда шильдики на машинах станут прям вот проработанные, не замыленная какая-то текстура, а прям четко. Допустим, там значок Toyota или Peugeot, чтобы он прям четко смотрелся, проглядывался. Потому что частенько смотрел реплеи, на реплеях как бы вот именно эти фишки мелкие, они были заметны, видны. Обращал на них внимание. Вот. Еще помню это колесо. Черт возьми, на реплеях в первой, особенно части Gran Turismo, было очень заметно, что колеса не круглые, они такие, как шестеренки. Ай, тоже думаю, блин, когда же это технологии позволят сделать полностью круглое колесо. Ну вот, колеса, в принципе, дождался достаточно быстро, а вот чтобы шильдики стали четкие и полностью трехмерные, это, в принципе, стало возможным только на PS3. И то не прям уж так. То есть все равно при сильном приближении было видно, что они такие
ну, текстуры там невысокого разрешения. А вот сейчас на PS4, только на PS... Представляете, сколько я ждал этого, черт возьми. 20 лет. Когда же они отполируют чертов шильдик на морде, например, Тойоты. Но сейчас они действительно высокополигональные даже стали. Ну, движемся. Когда-нибудь, наверное, графика станет настолько реалистичной, что... Ну, не знаю, надо будет прям с микроскопом разглядывать и выискивать, где же там есть какие-то огрехи, где разработчики прокосячили и сделали не так реалистично, как оно на самом деле есть. Так, тем временем мы с вами и вторую гонку закончили победой, причем с первого раза. Блин, меня это очень радует, черт возьми. Прям шикарно. Не хочу я здесь долго ездить. Поделитесь вы в комментариях своими впечатлениями о графике и о том, как вы вообще относились к ней раньше, что думали тоже, обращали ли внимание тоже на вот такие какие-то мелочи, или вам было по барабану, просто восхищались 3D-картинками. То есть, естественно, я говорю, что когда я вот эти вещи уже, про которые я вам сейчас рассказывал, замечал и думал об этом, это уже было, ну, осознанный уже возраст. И у меня на тот момент, когда я об этом стал задумываться, уже, допустим, PS1 была, и была уже, допустим, несколько лет. То есть, когда вау-эффект прошел уже, то есть, естественно, я ни о чем таком не задумывался, когда я только впервые там наблюдал графику с первой PlayStation, тоже, например, Gran Turismo первая. То есть тогда просто срывало башню и казалось, что это суперреалистичная графика и ничего лучше вообще не может быть. Ну, во-первых, тогда и лет мне было поменьше, я, может, чего-то не понимал еще. Потом просто, когда у меня у самого уже появилась первая Сонька, да и прошествии там, я не знаю, где-то пару лет, ну, уже где-то, когда мне было лет, наверное, 13-14, естественно, там уже что-то начал понимать в этом деле, читать какие-то журналы, может быть, ну и больше игр уже видел, какую-то графику, может быть, более лучшую где-то. И стали приходить такие мысли в голову. Ай, нет, зря я тут тормозил, блин. Да, товарищи, поздравляю вас с тем, что очень долгая и нудная летняя пауза чемпионате Формулы-1 наконец-таки подошла к концу, и, собственно говоря, не далее как завтра у нас пятница и начнутся пятничные тренировки. Все, пытка это закончилась. Блин, я честно скажу, я соскучился очень. Тем более они, конечно, не знаю, специально так сделали или нет, но классно то, что после такого большого перерыва месячного у нас, ну, одна из самых, наверное, шикарных трасс нас будет встречать. Это Спа-Франкоршам, Бельгия. Это, конечно, просто прекрасно. Посмотрел вчера на план трассы. Вы, наверное, знаете, что в этом году
на многих автодромах. Я не знаю, причиной ли тому, что американцы стали владеть правами на Формулу-1. В общем, на многих трассах зоны ДРС расширили, а на многих даже еще и третью ввели. А в Сильверстоуне вообще был беспрецедентный какой-то случай, что зона ДРС была даже в повороте, который как бы, ну, газ в пол проходится, но тем не менее. Вот, это, конечно, было круто. И было классно смотреть, как в гонке некоторые пытаются пройти с открытым крылом первый поворот. И у многих не получалось, и были развороты. Ну, на самом деле, это круто. Так вот, я надеялся, что в СПА в этом году добавят таки, наконец-таки, давно напрашивающуюся третью зону ДРС. Это где бы вы думали? Ну, у нас первая зона — это стартовая прямая. Вторая зона — это у нас подъем Кеммель. Ну, после красной воды. Затяжной вот этот вот подъем, на котором, собственно, и произошел обгон века, где Хакинен уделал Шумахера в 2000 году. Вот, там вторая зона ДРС. И третья зона ДРС всегда напрашивалась на выходе из... Ох, я сейчас не назову название поворота. Ну, в общем, там, где новая трасса переходит в старую, то есть это начало третьего сектора самого, перед, опять же, скоростным участком, там прямая вот на выходе с того поворота до поворота скоростного Бланшемон, там, где Бурти разбился в 2001 году, серьезно, вот, и она прям, ну, там серьезный такой длинный отрезок, и ладно, если боитесь Бланшемон давать проходить с открытым ДРС, как бы, не надо. Ну, до Бланшемона уж точно можно было бы разрешить. Но нет, черт возьми, они не сделали этого. Они, правда, расширили вторую зону ДРС. Надо, ну, официально она считается первой, вот это вот на подъеме Кеммель. А, но, тем не менее, они ее удлинили. И там теперь почти сразу после красной воды можно врубать будет ДРС. Ну, посмотрим. Там, в принципе, и так всегда много обгонов было. Потому что трасса шикарная, техничная, скоростная. И борьбой, в принципе, гонки там всегда изобиловали. Так, товарища вот этого нельзя сейчас пропустить. Осталось-то хрен да маленько проехать. Последний круг как-никак. Тихо. Ну, для меня, если честно, вот эта трасса, она самая легкая из всех раллийных. Поэтому, слава богу, что получилось все гонки пройти с первого раза. Фу! Все, еще один раллийный чемпионат заминусили. Шикарно просто. Блин, я рад, что с первого раза. Тут, знаете, я не хочу в раллийном чемпионате упарываться и делать, так сказать, интересно, да, чтобы там плотная борьба. Вот, чем проще их пройти, чем быстрее, тем лучше. И, я говорю, забыть вообще навсегда о них. Фух. Так, ну что, все, 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 все. Сейчас осталось получить машину призовую. Ну, давайте. Эскуда мне, пожалуйста, эскуда насыпьте. Ага, Тортас 2, Королла. Блин, какая же она все-таки страшная. Вот чё-чё, а королку вот эту я... Она мне что-то совсем не нравится. Именно в раллийном своем вот таком обвесе. Какая-то она... Не знаю, она как-то смешно выглядит. Морда особенно. Пучеглазик такой в
фары эти как-то они близко друг к другу расположены. Ладно. Далее, далее. Хрен с ним. В общем. Она, я думаю, будет у нас первым же кандидатом на продажу. Вот. Так, у нас с вами осталось три трассы пройти в раллийных чемпионатах. Поскорее бы это, естественно, нам закончить. И потом будет еще две дождевые гонки, но это уже совсем другое. Вот, вот их я жду. Но будем все по порядочку проходить. Ха-ха-ха. Вот. Так, ну что, все, хватит на сегодня ралли. Так. Где у нас там королка? Так, ну денег мы поднакопили, по крайней мере, даже если ничего не продавать пока. У нас с вами есть деньжата, чтобы что-нибудь качнуть. Новенькое, например, чтобы пройти какой-то из чемпионатов уже, ну, кольцевых. Не знаю, может быть. Так, а давайте посмотрим, что у нас там есть в чемпионатах. Amateur League. Так, тут у нас вот почему-то GT World Championship в самом начале. Ну, я думаю, мы его с вами пройдем либо самым последним, либо предпоследним. Посмотрим. В общем, до него еще дойдем. Так, туринговые немецкие машины тоже у нас тупо даже не на чем его пока проходить. Это нет. Так, эти пройдены у нас все. Приводы разные. Так, вот у нас есть тут звезды и полоски. Да. По-английски он ничего вроде звучит. Stars and Stripes. Но на самом деле название какое-то тупое. Типа звездно-полосатый чемпионат. Ну, в общем, американские машины. Американские у нас там что-то есть, по-моему. Если не ошибаюсь. Камара. Ну, посмотрим, может быть, его пройдем. Но, естественно, он у нас стоковый, не прокачанный, поэтому вот как раз его надо будет качнуть. Боксеры. Тут я не совсем даже понимаю, какие машины брать. Experience the feel of the horizontal opus. А, это чемпионат, короче, с оппозитными двигателями. Что там, Subaru? Ну, в общем, так, эти у нас пройдены, 80-е. Вот у нас тут безнадувные машины. Надувные машины. Надувные. Все звезды. А, ну тут дальше пошли чемпионаты. Так, это повторы, только уже в этой лиге аматюр. Это Sky. Это у нас опять серебряные стрелы. Altezza. Type-R чемпионат. Evolution пройдена. И Dream Car Championship. Да. Как... А, у нас даже лицензии пока еще нет под этот чемпионат. Как я уже знаю, неоднократно за этот чемпионат дадут FTO LM Edition. Один из подписчиков просто впечатал мне это в мозг под каждым видео. В общем, я думаю, пройдем либо звезды полоски, либо... Так, этот я не знаю, оппозитный Subaru. Subaru у нас нету. Либо вот что-то из этого, турбовый, либо надувный. У нас, в принципе, и под этот чемпионат что-то есть. Вот. Хотелось бы по минимуму сейчас денег тратить, поэтому возьмем, наверное, что-нибудь такое, что у нас уже прокачано. Ну, в общем, ладно, посмотрим, это будет... ой, не туда пошел. В следующей серии. Слава богу, эта серия закончилась. Давайте на этом с вами попрощаемся. Потому что вы знаете, как я обожаю раллийные чемпионаты. Аж до дрожи просто на кончиках пальцев. Ну что же, надеюсь, что вам все-таки не было скучно в этой серии. С вами был, как всегда, Скудер, канал Ни Слова об Играх. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.